обычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? Беннетфилд находится команда спецподразделения «Дельта». Позывной «Металл». «Металл 01» доступен на Зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Мы должны действовать прямо сейчас!
уничтожим глушилку, перебьем плохих ребят. Уходите с улицы, направо! Гринч, Трак, ждите моего сигнала здесь. Просто со мной. Принято. Продолжаем движение! Помехи из-за глушилки приходится действовать вслепую. Стойте, тихо! Стрелки в магазине под нами. Вырубите их. Так точно! Гриш, смотри сверху, а мы зачистим магазин. Будет сделано. Я выхожу! Так точно! Контакт в укрытии! Контакта!
Громко и отчетливо. Принято, 01. Все системы в норме. К вам направляется блокхолм для вывоза. Расчетное время подлета 3 минуты. Вас понял, ожидаем. Разведка снова на связи. На крышах на вашей территории обнаружены многочисленные силы противника. В ваше оперативное подчинение направлен полностью вооруженный предатор. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lightning 3-1, разрешаю вступить в бой. Высота минимальная, до подлета 5 секунд. Так, это пошли. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены.
Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттеном и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно.